Мы активно перестраиваем компанию в новых реалиях. Мы, собственно говоря, предлагаем рынку как старые продукты, которые нас, так сказать, коллеги уже хорошо знают, так и новые продукты, которые мы, собственно говоря, новые разработки, которые мы делаем. Помимо этого, мы также предлагаем рынку сейчас насосное оборудование, в том числе сервис динамического оборудования. И уже есть определенные успехи в этом направлении. Например, мы, так сказать, сейчас занимаемся сервисом большого трубопроводного проекта, соответственно, полностью обслуживаем насосное оборудование на нем. Наша компания занимается реализацией комплексных проектов под ключ от разработки проектной рабочей документации до запуска производств, ну, шеф-монтаж, пуск-наладка, полный комплекс услуг, поставка оборудования. Наша компания занимается, ну, такие установки, как ректификационные, выпарные, очистки стоков, аминовые очистки газов, сепарационные установки для газохимии. Также есть в нашей компании направление биотехнологическое. То есть оказываем широкий спектр услуг по различным направлениям. Это действительно большие, серьезные вопросы. Есть определенные сложности. Сейчас литейщики, я бы сказал, пресыщены заказами, с большим трудом занимаются каким-то новым освоением и не очень хорошо смотрят на небольшие партии. А у нас, в общем-то, проектное производство, и, соответственно, заказы у нас то, так сказать, большие, то могут быть достаточно небольшие, и, соответственно, определенные проблемы с этим есть. Однако мы нашли некоторое количество партнеров в России. Пользуясь случаем, если, так сказать, нас будут смотреть литейщики, обращаюсь к ним и приглашаю, собственно говоря, к сотрудничеству. Также, собственно, разные материалы нас интересуют, и, соответственно, здесь тоже есть определенные девиации. Мы интересуемся как нержавеющими сталями, специальными сплавами, так и углеродными сталями. И, конечно же, для нас это очень актуальный вопрос. Мы активно ищем, собственно говоря, возможности по прокладочным, по мембранным материалам, по литью, о котором мы уже упомянули, позиционеры. В общем, вся возможная номенклатура нам, безусловно, интересна. И здесь мы где-то занимаемся сами. То, что касается, прежде всего, непосредственно самих клапанов. Все же, что касается навесного оборудования, мы, конечно же, ищем сейчас в текущем варианте партнеров, которые могли бы нам поставлять в соответствии с нашими требованиями комплектующие. Ну, здесь могу сказать открыто, очень энергично мы сейчас выступаем в качестве импортозамещения, поскольку многие лицензиары европейских технологий ушли. Но, опять же, у нас есть опыт по работе с различными установками. Можем рассчитать, посчитать, изготовить оборудование, то, которое необходимо заказчику. И готовы работать на рынке, замещать те компании, которые ушли с нашего рынка. Безусловно, очевидно, мы все видим этот разворот, он связан и с поставками сырья, собственно говоря, точно так же мы активно смотрим на Восток с точки зрения поставки комплектующих. Мы понимаем, что сейчас, ввиду ситуации, которая сейчас в мире сложилась, конечно же, без поставки азиатских комплектующих очень трудно себе представить современный рынок. И, конечно же, мы активно работаем с поставщиками. Это касается, я бы сказал, всего спектра. То есть мы с вами уже проговорили про литье. Это могут быть прокладочные материалы, это могут быть позиционеры. В общем, я бы сказал, что практически по всей номенклатуре мы активно прорабатываем и с коллегами, так сказать, общаемся очень плотно. У нас очень плотное сотрудничество с Китаем. У нас есть собственное представительство в Китае, которое занимается поиском контрагентов, проверкой их благонадежности и проверкой отгружаемого ими комплектующих. И это такие, как киповские позиции, насосы,
Также вот раньше запорный арматур тоже местами, временами там комплектовали. Ну, горизонтов открылось очень много из-за того, что многие импортные лицензиары ушли, заказчики к нам стали обращаться с проблематикой замещения данного направления. Ну, пока успешно реализуем.